Уже через неделю наступит весна, но в это очень сложно поверить. Морозы действительно не дают расслабиться. В ближайшие дни ситуация лишь немного изменится. Об этом подробно. Наш выпуск представляет сеть меховых салонов «Арктика». Экономь семейный бюджет в Арктике. О погоде в Челябинской области. Во всех городах небольшая облачность и без осадков. Холоднее всего на юге, в Магнитогорске 20 градусов. Карталы совсем рядом, но там уже 14 ниже нуля. Такая же температура и в Троицке. 15 градусов в Южноуральске, в Златоусте минус 16, а в Садке и Верхнем Уфалее 17 ниже нуля. В предстоящие дни антициклон продолжит контролировать погоду в регионе. Циклонические вихри по-прежнему не смогут проникнуть на Урал, поэтому и снега не будет. По ночам стабильно холодно, а вот днем воздух начнет прогреваться. Итак, в четверг в Челябинске минус 32 ночью, в последующие дни лишь на пару градусов теплее. В дневные часы ситуация куда приятнее. До конца рабочей недели в городе 10-13 ниже нуля. Данные от центра ФОБОС. Я поздравляю всех мужчин с наступающим праздником и желаю быть настоящими защитниками своих прекрасных дам. Всего доброго!